Год назад при управлении УВД по Липецкой области появился храм-часовня в честь равноапостольного князя Владимира. За это время сотрудники управления внутренних дел уже не раз получали помощь святого князя. Наши коллеги из телестудии «Свет миру» побывали на молебне в храме-часовне и пообщались с сотрудниками ведомства. День памяти святого равноапостольного князя Владимира, храм-часовня в честь этого святого при УВД по Липецкой области отметила с первой своей истории престольный праздник. В этот день ключарь Христорождественского кафедрального собора Липецка протоиерей Владимир Максимчук и руководитель епархиального отдела по работе с вооруженными силами, правоохранительными органами иерей Илья Азарин совершили в нем молебен. Везри, Господи, милости Твоего, как на сотрудника полиции, служащих на Северном Кавказе, и сохрани от внезапной смерти и ранений, от междоусобий и нестроений, дашь им дух мирен, силу и разум во всяком деле соблюдать заповеди Твоя, и возврати в дом здравенько и гордо в дом свой, Господу, помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, На престольный праздник в храм пришли помолиться ветераны МВД, вдовы и родители военных, погибших в горячих точках. Сотрудники управления признаются, что храм необходим для каждого полицейского. В нем они всегда могут помолиться перед выполнением сложных боевых заданий. Из всех окон УВД видна часовня. Мы, когда приходим на работу, мы подходим к окну, перекрестимся, попросим благословения у Господа и у святого Владимира помощи. И все дела наши, понимаете, вот просто как по маслу идут. Еще вам скажу, что вот сотрудники, которые после открытия часовни стали уезжать на Северный Кавказ, у нас еще никто не понес никаких потерь. После молебна отец Илья и сотрудники УВД поздравили протоиерея Владимира Максимчука с Днем Ангела. Те люди, которые проходят через ваше сердце, офицеры, они черпают ту мудрость и слова, с которыми вы к ним обращаетесь, те самые офицеры, которые сейчас убыли и убывают, несут постоянно службу на Северном Кавказе, они нуждаются в вашей молитве. Хочется, чтобы Господь, верю, что Господь вас утвердит и укрепит в этом служении, нелегком, на поприще воинского служения. Храм-часовня в честь равноапостольного князя Владимира был построен в 2012 году и предназначен для сотрудников правоохранительных органов. Каждую субботу здесь совершаются богослужения. Павел Колобаев, Геннадий Никитин, телестудия «Свет миру» Липецкой Задонской епархии для телеканала «Союз».